Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавайшнавебхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Ятки Патамаханга Ванди Парамананда Мадавам Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кесавасача Снабхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагадарана Дейям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Тетас падам сива виранчанутам сараньям Витаттихам панутапал бхавадипутам Банде Махапурушате чарунарвиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Бисфуриджитакимепикабабадушвадарши Пурнанурагураса сагару сарумуртихи Сарадхикамай када кипам кроши Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита бхужау канака бодату, Санкиртанай капитару камалаю такшо, Вишамбару дижавару жугадхарма палу, Банде жагат приякару. Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Суруир Бандито Диббарупам Муктин Чамуктин Чатада Синитам Бхаван Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бигуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясте Хидай Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Нимнуганам ятха Ганга Деванам Мачюто ятха Вайшнаванам ятха Самбху Пурананам Туидам Бхагаватам Нимнаганам ятха Ганга Деванам Мачюто ятха Вайшнаванам ятха Самбху
Пурананам Твидам Бхагаватам. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти, Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал. Ложный саду должен быть разоблачен. Немедленно. Его разоблачение и есть Харибаджан. Это не стремление выискивать недостатки. Те, кто не почитает гуру и вайшнавов, занимаются выискиванием недостатков. Но, как сказал Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, как осознать, как понять, кто есть подлинный саду, а кто нет? Весь мир страдает от непонимания этого в наши дни. Первый совет, который дает нам Прабхупад, если вы на 100% искренне, у вас нет лицемерия в сердце, вы полностью предались лотосным стопам Баларама и просите его о руководстве, спрашиваете, выйти его, где я могу отыскать Парамахамса саду. В таком случае Баларамджи Баладавджи Махарадж обязан указать мне путь, обязан привести меня к саду. Я молился Бхагавану, пожалуйста, помоги мне, где мне найти саду? То есть, если я так молюсь, где мне найти саду, который спасет меня? Баладавджи Махарадж обязательно поможет. Но для этого необходимо быть полностью искренним. Если вы по-настоящему искренне взываете к Балараму, 100% он услышит вашу просьбу. И в таком случае поможет. Но если искренности нет, нет любви к Гуру и Вайшнавам, Прабхупаду задали вопрос, как развить бхакти? В ответ Прабхупад сказал, какой смысл задумываться о таком вопросе, когда нет почтения к вайшнавам? Если нет даже начального бхакти, какой смысл думать о его развитии? Итак, Прабхупад говорит, что чистый преданный всегда занят Харибаджаном. Все, что бы он ни делал, куда бы он ни шел, все это ради Харибаджана. В то время как все, что бы я ни делал, не относится к Харибаджану. Итак, подлинный преданный всегда занят служением Шри Хари, Хари Севой. Понять Таттва Сиддханту Шанкар Бхагавана очень сложно. Мы видим, что весь мир поклоняется саду, предлагает поклоны, надевает на них гирлянды, но не понимает, что, вероятнее всего, такие саду хотят лишь известности. И тем самым они обмануты. Но такие саду, как Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, не были популярны среди людей, и мало кто приходил к ним. Но мы, люди, не понимаем, что Гауранга Махапрабху
сам Гауранга Махапрабху выражает почтение и любовь к Гауру Кишора Дас Бабджи Махараджу. Прабхупад говорит, что если мы обсуждаем Гуру Татву и Вайшнава Татву постоянно, те, кто слушают нас, со временем начнут понимать, кто такой Вайшнав. Но проблема в том, что когда мы говорим о Вайшнава-татве, на основании этого видно все наши недостатки, где мы не следуем ей. И поэтому сейчас говорить о Вайшнава-татве не популярно. Это формула из Бхагаватам. Как осознать, как распознать Маха-Бхагавата Вайшнава? Вайшнав никогда не ищет пратиштхи. Ему плевать на нее. Если вы... Но мы думаем, что если Вайшнав говорит строго, значит, он таковым не является. Но суть в том, что саду стремится показать нам истину. Он сам полностью установился в ней, он живет в истине. Поэтому он стремится донести ее до нас. И если я не установился в истине, у меня нет права говорить о ней. Если я сам не следую, я не могу давать наставления, не могу говорить о абсолютной сиддханте. Итак, эта шлока гласит, что тот, кто видит повсюду своего Иштадева, Сарва-бхут. Он не делит жив на друзей и врагов. И никому не испытывает вражду. Мы хотим совершать Бхагавата-бхаджан. И как я уже сказал, первый признак Бхагавата-бхаджана заключается в этих словах. Бхагавата-дхарма возможна лишь для тех, кто является нирмацарой, для того, у кого нет зависти. Будь у меня сердце полно зависти, я бы не имел права сидеть на вьясасане. Джива Госвамипад пишет, нельзя позволять ложному саду занимать вьясасану, поскольку она предназначена лишь для чистого преданного, для Маха-Бхагавата Вайшнава. Ведь только тот, кто является Бхагаватой, может говорить Бхагаватам, говорить о Бхагаватам. Лишь Бхакта Бхагават может говорить о Бхагаватам, о Грандха Бхагаватам, говорить Грандха Бхагаватам. Обычные люди, другие, это маловероятно, они могут рассказывать замечательные лекции, они, возможно, очень умные, но их харикатха не достигнет наших сердец. И нам неинтересны лекции. Итак,
точно так же, как они не интересны Шанкар Бхагавану. Итак, тот, кто видит повсюду и в каждом Бхагавана присутствие Господа, может совершать подлинный Бхагавата Бхаджан. Я не имею права говорить ложь. Прабхупад говорит, что тот, кто не следует мирской правде, как может устанавливать истину трансцендентную? Когда человек врет даже на мирском плане для того, чтобы защитить себя в глазах публики, так как же такой человек может говорить об абсолютной истине? Это не какая-то дешевка. Когда Прабхупаде говорили, что «но если кто-нибудь нападет на меня за то, что я говорю абсолютную истину», Прабхупад отвечал, «весь мир может отвернуться от меня или восстать против меня, пока я нахожусь под зонтом лотосных стоп моего Гуру Пада Падма, я не боюсь. Я буду продолжать говорить об абсолютной истине и не изменю ни слова». На день явления Адвайта Ачарьи я говорила на Бенгале, что в Бхагавад Маха Пуране сказано о проповеди следующее. Брамаджи говорит Нараде. Все шастры, Упанишады, Бхагаватам, Пураны. Содержит о себе повествование о двух возвышенных личностях, о Шанкар Бхагаване и Нараджи. Повсюду, абсолютно во всех шастрах говорится «Нараду вача, Шанкару вача». То есть Шанкар Бхагаван сказал, Нарада сказал. Поскольку они взяли на себя ответственность за проповедь Бхагаватам, Бхагавата Дхармы, проповеди нам, глупцам этого мира. Сын мой, Бхагаватам рассказал сам Бхагаван Кришна. Он поведал его Брамаджи. Все вы знаете Читур Шлоки. А уже Брама передал Четуршлоки Нараде, а Нарада — Вьясадеве. Такова Бхагават Парампара. Мантра Парампара. Брама дал следующее наставление Нараду Махараджу. «Сын мой, ты должен широко проповедовать Бхагаватам». Четуршлоки — это семя всего Бхагаватам. Его можно сравнить с маленьким семечком. Все мы знаем теорию
причины и следствия. Из маленького семечка может вырасти огромнейшее дерево. Итак, Бхагаван поведал Бхагаватам Брамаджи, Брамаджи Нараде, а Нарада Вьясадеве. Бхагаван является Бибхути. И проповедовать необходимо Бхагавата-дхарму таким образом, чтобы люди не входили в заблуждение, говорил Брамаджи Нараде. Ты должен говорить так, чтобы избежать недопонимания со стороны людей. Будь осторожен, будь внимателен, не обманывай людей, рассказывая Бхагаватам. Как мы знаем, Гауранга Махапрабху точно так же проповедовал Бхагаватам. Так совершенно неправильно обманывать людей, предоставляя им неподлинный Бхагаватам, неподлинное знание Шримад Бхагаватам. Проповедовать необходимо так, говорил Брамаджи, чтобы люди могли обрести наштика бхакти. Если ты обманешь их, если ты сделаешь так, что они встанут на, не на подлинный путь, ты получишь наказание, серьезное наказание. Но встает вопрос, кто готов говорить о наштика бхакти? Ведь если в собственной жизни не применить наштика бхакти, ведь если я не могу следовать такому бхакти, я не имею права говорить об этом, я не буду говорить о нем. Наштика бхакти означает шуда бхакти, чистое преданное служение, абсолютное бхакти, акинчана бхакти. Мы в действительности находимся в замешательстве по поводу поведения Шанкар Бхагавана. Порой в шастрах он написан как великий преданный. И даже не просто великий преданный. Дается следующее описание. Среди Ганги, среди рек, священных рек, Ганга занимает выдающееся положение. Ямуна не берется в расчет, поскольку она занимает сокровенное особое положение. Но Ганга среди всех священных рек провозглашается высшей. А Бхагавана Чюта, то есть и Бхагавана Чюта также провозглашается высшим среди всех. А Вайшнава Нам Джато Шамбо, Шанкар Бхагаван превосходит всех в своей преданности. Его неправильно сравнивать с гопи. То есть имеется в виду, что Шанкар превосходит всех преданных. К
Конечно же, неправильно сравнивать Шанкар Бхагавана с Гопи или с Радхарани, но речь идет о... То есть Гопи и Радхарани занимают особое положение, и они не берутся в расчет этого сравнения. Но среди всех преданных, среди вайшнавов, Шанкар Бхагаван высший. Точно так же, как среди всех Пуран, Шримад Бхагаватам, Махапурана, является высшей. Это провозгласил и Махапрабху. И это, все это вводит нас в заблуждение. Да, Шанкар Бхагаван провозглашается высшим среди вайшнавов. Тем не менее, мы знаем несколько свидетельств из его жизни, которые вводят нас в замешательство, почему Шанкар Бхагаван сражался с Кришной. Порой мы видим, что он выступает против Кришны. Ведь он великий вайшнав. Как он может делать подобное? Читание Бхагавате и читание Чаритамрите говорится, что Адвайта Гасай является Садашивой, и он призвал Махапрабху в этот мир. На его зов пришел Бхагаван. Все знают этот факт, но нас, почему же тогда Адвайта Гасай впоследствии говорит, что если это мой Господь, я его сейчас проверю. Когда Махапрабху явился в этом мире, Адвайта Гасай ни с того ни с сего начал танцевать. Он не знал о происшедшем, но с внешней точки зрения. Он начал танцевать, и его спрашивали, в чем дело. Но встает вопрос, почему же он сам призвал Верховного Господа, так почему же он выражает сомнение, что это сам Верховный Господь пришел? Адвайта Гасай сказал, если он мой Господь, он меня позовет. Если он мой Господь, он покажет свою форму Вишварупы, свою форму величия. Все это вводит нас в замешательство и будет у нас много сомнений. Но в действительности такие сомнения, сомнения, которые выражает Адвайта Гасай, все это делается лишь ради нас, обусловленных душ. Обусловленные души по своей природе полны сомнений и подозрений. И Адвайта Гасай знал, что у людей возникнут подобные вопросы, и поэтому он на собственном примере проявил эти сомнения и установил истину. Другой пример. Парикшит Махарадж. В Бхагаватам сказано, что он Маха-Бхагавата. Соответственно, он не какой-то глупец. Он осознавал все. Так почему же он задавал такие простые, такие, казалось бы, наивные вопросы Шукадеву Госвами? We cannot get solution from Shukdev Goswami.
Но ведь если бы он не задавал их, мы не получили бы ответы на них от Парикшит Махараджа. А если бы мы их не получили, то мы были бы полны сомнений. Шукадева Госвами говорит: «О, Раджан, кто находится в сердцах гопи?» Находится Господь, Господь повсюду, даже в пылинках. И на вопрос Парикшит Махараджа, почему гопи позволяют себе встречаться с Кришной, Парикшит Махарадж объяснил, что Кришна — изначальный муж всех живых существ. Бхагаван присутствует в сердце каждого живого существа. Нет в этом мире места, где бы он не присутствовал. И он находится... И он находится в сердце, то есть в действительности настоящим мужем может быть только Кришна. Соответственно, он является вселенским мужем, мужем каждого. Так вот, если... руководствоваться этим фактом, то что неправильного в поведении гопи? Ведь Кришна находится повсюду. Что такого, что они встречаются с ним наедине? Более того, Кришна является верховным наслаждающимся, поскольку он не привязан ни к чему. Он обладает абсолютным отречением. Таким образом, Парикшит Махарадж выражает сомнение и задает такой вопрос, почему Кришна занимается такими нечестивыми, почему поведение Кришны так вне соответствия с общепринятым поведением. И ради нашего блага Шукадев дал такой ответ. Итак, в той же самой главе говорится и о Шанкар Бхагаване. Это последняя глава Шримад Бхагаватам, 39-я, где упомянута эта шлока, где произносится эта шлока. Если же вы будете имитировать лилы Кришны, с вашей жизнью будет покончено. Все будет разрушено. Даже психически, ментально, даже в уме нельзя пытаться имитировать игры Кришны, подражать Кришне. Тот, кто делает это, разрушает самого себя. Когда это можно сравнить с
тем, как Шанкар Бхагаван выпил яд. Халахал. Это самый ядовитый яд, какой только может быть. И Шанкар Бхагаван выпил его весь до дна во время пахтания океана. Прежде чем выражать какие-то сомнения насчет Шанкар Бхагавана, необходимо взять во внимание все его деяния, всю его славу. На Гору Пурниму мы будем говорить о сокровенных моментах, и благодаря этому сможем понять милость Гауранги Махапрабху. Итак, Шанкар Бхагаван выпил яд, капля с его ладони стекла и упала на землю. И эта самая капля была разделена между всеми змеями этого мира, между миллионами змей. И это дает нам возможность понять славу Шанкар Бхагавана. Когда из пахтания океана возник этот яд, весь мир был встревожен, обеспокоен. Что делать с этим ядом? Он может убить весь мир. Шанкар Бхагаван как отец, а Парвати как мать заботится обо всем этом мире. В шастрах говорится, что он готов оказать противостояние каждому, кто восстанет против Кришны. Он заботится обо всех дживах. Дживы плачут, спаси нас, спаси нас. И что же делать? Шанкар Бхагаван обращается к Парвати Ма. Деви, мои дети плачут. Что же делать, если я не спасу их? Как им выжить? Позволь мне, чтобы я спас их от этого яда. И Парвати позволила, потому что она хорошо понимала его. Она понимала, насколько могущественен ее муж. Итак, Шанкар Бхагаван выпил абсолютно весь яд. Кто может сравниться с ним в этом? Кто бы смог сделать подобное? Это не единственный случай. Кто мог бы выдержать поток Ганги, когда она нисходит с небес на землю? Она сама, Ганга же говорит, что кто может вынести мой напор, как только спущусь на землю, я сразу уйду под нее, под землю. Но Шанкар Бхагаван сказал, пусть спускайся, и я поддержу тебя. Итак, Шанкар Бхагаван сел так, что Ганга
спустилась прямо на его голову, макушку его головы. И уже с нее она спустилась на землю. Итак, Шанкар Бхагаван выпил яд ради нас. Несмотря на все это, у нас есть все возможности неправильно понять Шанкар Бхагавана. То есть у нас есть, мы можем легко неправильно понять Шанкар Бхагавана. В нем очень сложно увидеть Парамахамса Вайшнава, ведь он живет в местах крематориев, он умощает свое тело пеплом от сожженных тел. И со внешней точки зрения он не поддерживает чистоту. А материалисты воспринимают Шивджи как своего лидера. Они пьют вино и курят ганджу и поклоняются Шивджи. Они считают, что такой образ жизни самый лучший. Такое можно увидеть подобное, как я много раз посещал Гималаи. Я просил благословения у вайшнавов, у Шрила Бхактивинода Тиртхи Махараджа, у Гуру Махараджа. Возможно, 18-20 лет назад, и последний раз я посещал Гималаи. Однажды я отправился туда, однажды там, в Гималаях, я искал, где остановиться на ночь. И я искал, и в конце концов мне человек подсказал: ты можешь переночевать там. Я зашел в помещение и увидел, что я думал, там какой-то храм, но когда я зашел внутрь, я увидел, что там много саду сидят и курят, и веселятся. Они подумали, что я один из них, и весело стали звать меня к себе. Сейчас в нашем обществе подобного рода саду очень востребованы, ценятся. Те, кто курят ганджу, те, кто пьют вино. Итак, у Шанкар Бхагавана есть два рода поведения. Первое. При помощи первого он обманывает глупцов. Ганджей, вином и так далее. А вторую его поведение, вторая его сварупа, вайшнава сварупа. Я много раз говорил, что порой очень сложно узнать Аватхута, распознать Аватхута, в Аватхуте распознать чистого преданного. Его одежда может быть грязной, у него может не быть тилаки. Можно пренебрегать таким человеком. Как Вамшидас Бабаджи Махарадж, он был в одной, носил одну купину. И взглянув на него, едва ли можно было понять, что он Парамахамса. Поведение, речь, порой их речь, их поведение порой полностью противоположно поведению вайшнава.
И точно так же действует Шанкар Бхагаван. Он специально, умышленно ведет себя противоположным вайшнаву образом, для того, чтобы ввести в заблуждение тех, кто неискренен. Прабхупад говорил, очень просто одеться носить вайшнавские одежды. Можно ставить тилаки, запомнить какие-то шлоки. Но в подлинном смысле стать вайшнавом очень сложно. Очень легко носить одежды вайшнава. Но крайне сложно стать подлинным вайшнавом. Любой может одеться как вайшнав и сладко говорить. Так что никто не сможет распознать. Шанкар Бхагаван. Однажды Кришна дал наставление Шанкар Бхагавану. Он сказал, ты должен скрывать меня и бхакти. Бхакти мне, век Кали. Конечно же, Бхагаван не стал... Прабхупад, когда у него было какое-то сокровенное служение, он давал его определенным личностям, естественно. Он не давал его кому попало. И точно так же Господь дал особое наставление Шанкар Бхагавану. В Кали ты должен отвести от меня демонов, ракшасов и демонов. Я хочу сохранить мою шуда-бхакти. Я не хочу давать его им, поскольку бхакти — это мое единственное богатство. Единственное богатство. Деньги — это не богатство. Деньги невозможно назвать чем-то ценным. Без премы я нищий. У меня нет ничего. Бхагаван, сделай меня своим слугом и плати мне премой. Махапрабху много раз бросался в Гангу в отчаянии. У меня нет премы, я хочу умереть. Даруй мне прему как зарплату. Плати мне премой. Итак, хоть с внешней точки зрения не так просто это понять, но Шивджи, Шанкар Бхагаван, великий, величайший вайшнав. Такое отречение и такая преданность, присущая лишь ему, нет подобного ему. Но отречение его не ложное, а подлинное. Все, что ценное, все, что у него есть ценного, он предлагает, тут же предлагает Господу. Он не принимает хороших цветов. Он не носит прекрасных одежд, он все это он отдает Бхагавану. Ни гирлянд, ни сладостей, ничего он не принимает. В Таракешваре, где Шивджи явился Бхактивинода Такуру,
если вы туда отправитесь, вы увидите, что Шанкар Бхагаван не принимает пищу солью. Он не принимает соль, даже соль. Отказался даже от соли. То есть божеству там поклоняются без соли. Имеется в виду, что все ценное, все лучшее он отдает Кришне, Господу. Шанкар Бхагаван сказал, там где-то в джунглях растет. Цветок под названием дутра. Это считается самым низкосортным цветком. Никто не хочет даже прикасаться к нему. Но Шанкар Бхагаван говорит, что если хотите мне что-то предложить, хотите как-то поклониться мне, что-то преподнести, тогда принесите мне этот цветок. Помимо всего, Шанкар Бхагаван совершает аскезы ради благополучия всего мира. Он постоянно находится в состоянии с полузакрытыми глазами, поскольку он совершенно, ему совершенно не интересно, что происходит в этом мире. Он постоянно сосредоточен на лотосных стопах Господа Кришны. Он, его взгляд зафиксирован, он всегда хочет видеть их перед собой. Бхагаван Шри Кришна, в какой бы форме он ни приходил в этот мир, выражал почтение Шанкар Бхагавану. Он приходил как Рамачандра, как Гауранга Махапрабху. Когда Рамачандра начал строительство моста на Ланку, прежде всего он поклонялся Шанкар Бхагавану в Рамешварам. Рамешварам. Кто-то переводит это название как что Шивджи является Ишварой Рамы, то есть тем, кому поклоняется Рамачандра, господином Рамачандры. Но это неправильная сиддханта, полностью противоположная истине. Истина заключается в том, что Рамачандра, Рам, является господином Шивджи. Когда Чайтанья Махапрабху отправлялся, посещал Варанаси, он ежедневно получал даршан Шанкар Бхагавана. Ни единого дня он не пропускал посещение храма Вишванатха. Он приходил, возливал воду. Для чего же он делал это? Есть этому причина. Он делал это для того, чтобы показать нам пример, что мы должны поклоняться Шанкар Бхагавану, чтобы обрести бхакти. Но многие сейчас в замешательстве по поводу этого. Ведь они думают, ко мне сейчас подходят и говорят, что Махарадж, если поклоняться Шанкар Бхагавану, можно пасть. В Бхагаватам есть свидетельство этому. И действительно, там нечто подобное говорится в... якобы что-то подобное говорится в Бхагаватам в течение Яги и Дакши. Как это все разъяснить, прояснить? Шанкар Бхагаван никому не завидовал. Но Дакша, тем не менее, несмотря на все качества Шанкар Бхагавана, оскорбил его. В присутствии тысячи риши, муни, тысячи людей, он оскорбил Шанкара Бхагавана.
наговорил ему кучу пакостей, сказал, он грязный, он не следует никаким правилам, предписаниям, которым должны следовать саду и гуру. Посмотрите, какое высокомерие. Только живет в местах сожжения трупов, в крематориях. Грязный. Я совершил огромную ошибку. Что выполнил наставление Брама и то есть, что отдал свою дочь в жены этой личности, этому человеку. Но я сделал это лишь по наставлению Брама. Я был вынужден послушаться его. Но посмотрите, каково его видение. Это взгляд, его взгляд подобен обезьяньему, подобен видению обезьяны. All the ways usually followed by Guru Vishnu pure is going to break all rules. Is going to follow some other rules. So you see, I am the guardian of my son-in-law. His son-in-law, na? I come here. Even he don't care to stand up. Посмотрите, я вошел в собрание, и он даже не посчитал нужным встать с моим приходом, сказал Дакше Ашивджи. Он даже никакого почтения мне не выразил. Все вы поднялись в знак почтения ко мне, но он как сидел, так и сидел. Шанкар Бхагаван, выдающийся среди вайшнавов. Но тот думал, что он превосходит Шанкара. Так же, как это было в случае с Хираньякашипу и Прахлад Махараджем. Хираньякашипу думал, я отец, я старше Прахлада, этого мальчишки, кто он такой? Но в действительности он тем самым совершал колоссальную ошибку. Он не осознавал, что да, в настоящий момент этот, он предстал перед ним как его сын, но в то же время он является его гуру, гуру к лотосным стопам, к которым он должен припасть. Дакша Праджапати. Материалист. Он управляет материальным миром. Из этого он возгордился. Ему был дан пост того, кто возглавляет всех праджапати. И таким образом он думал о себе как о великом человеке. Поэтому он так оскорбил Шанкар Бхагаван, и тем не менее Шанкар Бхагаван ни слова не сказал в ответ. Он молчал. Но когда ситуация слишком накалилась, он просто ушел, подумав, что я могу сделать, как я могу исправить ситуацию. Но Бригумуни и Нанди, Бригумуни сказал, проклял, он сказал, те, кто будут следовать Шанкару,
станут бессердечными. Когда Бригу Махарадж так проклял, дал такое проклятие, это нельзя было, никак нельзя называть вайшнавским поведением. Конечно же, преданные не будут поклоняться Шивджи, который проявляет свою вторую сварупу, которая предназначена для того, чтобы ввести в заблуждение непреданных. Вы должны понять, что Сада Шива относится к Вайкунха-татве, и его никакие материальные проклятия коснуться не могут. Примером этому может послужить следующий случай. Как мы знаем, наш Нараджи Махарадж также был проклят Дакши Праджапати. Он сказал: «Ты нигде не сможешь задержаться надолго. Ты будешь постоянно скитаться, путешествовать». Но если вы сейчас откроете Бхагаватам, я покажу вам, что в 11 главе в 10 главе говорится, что Нараджи Махарадж решил остаться в Дваракадхаме для того, чтобы наблюдать за играми Кришны. Но к этому времени он уже получил проклятие. Но, как мы знаем, Дварака не является материальным местом. Она не зашла с Голока Вриндавана. Она трансцендентна. Нараджа хотел остаться там навечно, для того, чтобы постоянно наблюдать игры Кришны. И он смог это сделать. И никакое проклятие не смогло помешать ему. Поскольку проклятие было материально, а обитель, где он хотел остаться, трансцендентный. Кого может проклять? То есть Бригу Муни проклял тех, кто следует Шанкар-Бхагавану, имеется в виду тех, кто не следует его Вайкунха-татве, его образу Сада-Шивы. Конечно же, Бригу Муни не является... Бригу Муни не с трансцендентного мира. Он и все планеты, которые находятся до Брахмалоки, принадлежат к материальному миру. Да, возможно, там живут более развитые личности. Тем не менее, до Брахмалоки все это материально. Именно поэтому вайшнавы совершенно не заинтересованы посещать их. Они хотят пересечь Вироджу и войти в трансцендентный мир Вайкунтхи. Итак, хоть Бригу Махарадж и проклял,
он не относится к трансцендентному миру, соответственно, его проклятие материально. Как сегодня мы говорили. А Брихат Бхагаватамрите. Почему бы, когда Гоп Кумари предлагали остаться и поклоняться Вишну, проводить яги, он говорил, как я, если я сосредоточен на яге, как я смогу повторить джапу? Ведь 64 вида баджана, 64 разновидности преданного служения, главные из них 9 первых процессов. Но все они входят в намбаджан, то есть намбаджан содержит в себе все виды преданного служения. Именно поэтому чисто преданный не стремится путешествовать и куда-то ехать. Потом ему не нужно никуда идти для того, чтобы что-то... Для того, чтобы... Поскольку он созерцает все внутри себя. Он видит игры Господа, он наблюдает... Имеет прямое видение игр Господа. Не как во сне, а напрямую в реальности. Сидя здесь, он может видеть Джаганатха. Как только он пожелает этого, Джаганатх предстает, то есть перед его глазами, и он видит его. И он в любой момент может оказаться в любой истхам. Поэтому Гоп Кумар не захотел становиться Махариши. То есть они ему говорили, что ты таким же, как мы, станешь тоже Махариши. Оставайся с нами, поклоняйся. Он сказал, лучше мне оставаться Вайши и Гопа Кумаром из Вриндавана. А что мне вот это становиться Браманом? Для чего мне это? Я лучше буду падшим, как и есть, как был. Чистые преданные всегда хотят избавить себя от общения с глупцами, с теми, кто не заинтересован в чистом преданном служении. Во Вриндаване на Радхакунде живет один садо, который очень любит Шрилу Прабхупаду, и наш Гуру Махарадж писал о нем. Его зовут Ананда Гопал, он знает Веданту, и меня даже любил. Многие я ему что-то приносил, а он не принимал, говорил, вот тем дай им. Дай им понеси, там гасая, они говорят о Рауганога, Рупанога, Бхакти. Я-то ничто из себя не представляю, но вот они там на такие высокие темы разговаривают. То есть он тем самым хотел отвести от себя неискренних, обмануть. Итак, Адвайта Гасай является нашим Садашивой. Он вечно находится в трансцендентном мире, Вайкунха Джагат. Как я уже много раз говорил, тот, кто... Шанкар Бхагаван заботится о материальном творении. Как мы знаем, для того, чтобы что-то сотворить, необходимы предметы, необходимы составляющие этого. И все это предоставляет Адвайта Гасай. При помощи майя.
Итак, если, то есть с этой точки зрения, если мы посмотрим, Шанкар Бхагаван и Парвати являются отцом и матерью этого творения. Он не отличен от Махавишну, Садашива. Он проявляет по желанию Господа этот материальный мир. Когда Бхагаван бросил свой взгляд на Майя-деви, в ее лоно вошли дживы, все дживы, а Шанкар предоставил все составляющие этого творения. А во время разрушения этого мира все войдет вновь в свое первоначальное состояние. Как я приводил пример с пауком. Вначале он выпускает из себя нить, из которой плетет сеть, а затем вбирает ее назад. Итак, все изошло от Махавишну, от Шанкара Бхагавана, а во время разрушения этого мира войдет назад в него, в Садашиву. Но в тонкой форме. Как вы можете помнить, однажды я говорил о том, что я приводил пример из физики о том, что все творение может принять форму пылинки и войти в Махавишну. По желанию Бхагавана Шив же творит, создает творение, затем он заботится, поддерживает его. И действительно, такие противоречия в Шивджи вводят в заблуждение. Предположим, какой-нибудь полицейский является великим вайшнавом, то есть великий вайшнав обязан нести пост, нести, служить в полицейской, в полиции. Он обязан носить оружие, носить одежду полицейского. И взглянув на него, он, у него ни тилака, ничего. И можно подумать, что это обычный материалист. Как понять, что он вайшнав? Но он просто на службе. Точно так же судья, вайшнав может быть судьей. Имеется в виду исполнять служение судьи, работать как судья. И он должен выносить приговоры. Он не может сказать: «О, я же преданный, как я могу кого-то осудить?» Но нет, когда ты занимаешь пост судьи, ты обязан исполнять. Ты должен исполнять свои обязанности. Итак, Шанкар Бхагаван является великим вайшнавом, но он обязан выносить должные наказания всем нам. Это его обязанность. Ведь он управляющий этим миром. Как случай, произошедший 10-12 лет назад, в Кедранатхе было разрушено абсолютно все.
тысячи людей погибли. Все было разрушено. Один лишь храм Шанкар-Бхагавана остался. Все было сметено земле. И те, кто были там, они говорили, мы не понимаем, как подобное возможно. Там всего одно облачко было, но столько воды, столько дождя, как будто бы река рухнула на это место. И это было наказание, вынесенное Шанкар-Бхагаваном, поскольку это место было уже слишком осквернено. Люди стали наслаждаться Кедранат-кшетрой. Это священный обитель, которая находится высоко в Гималаях. Они приносили туда спиртное, пили там, наслаждались. И Шанкар-Бхагаван вынес такое жестокое наказание. Шанкар-Бхагаван является управляющим этого мира. Вишну сотворяет. Брахма сотворяет, Шанкар поддерживает, простите, Вишну поддерживает, а Шанкар разрушает. Но Шанкар-Бхагаван не говорит, что я же Вайшнав, как я могу разрушить этот мир. Нет, он исполняет свои обязанности. Никто не может пренебречь наставлениями Бхагавана. И именно такие наставления, такие обязанности, возложенные Господом на Шивджи. Капила Муни говорит маме, своей маме, Сурья дает, Сурья светит, солнце светит, дождь идет, то есть все это по моим наставлениям происходит, все, что все, идет дождь и так далее, все это происходит, потому что я дал такие наставления, распоряжения, чтобы все это осуществлялось. Лишь Шанкар-Бхагавану разрешено войти в Раса-лилу, и никому, кроме него. После того, как он принял омовение в Манасароваре, он вошел в... То есть он хотел принять участие в танце Раса, но Лолита раскусила его. И так или иначе он смог наблюдать, не принимать, а наблюдать за танцем Раса. Порой мы видим, как демоны совершают баджан, и Бхагаван благословляет их. Простите, Шанкар-Бхагаван благословляет их. Почему? Почему такое происходит? Если отсутствует негативное проявление, мы не можем понять значение позитивных. Шанкар-Бхагаван молит Господа о служении. Пожалуйста, дай мне служение, если ты доволен мной, дай мне какое-то служение тебе.
И Шанкар-Бхагавана есть служение повсюду, в Матхуре. Он известен как Рангешвар, Дхамешвар. То есть он защищает Матхуру. Если вы отправитесь в Арису, там находится Бхуванешвар. И Шивджи, как Бхуванешвар, присматривает за Пурушоттама-кшетрой. То есть повсюду находится Шивджи. Даже здесь, в Бхаджан-Кутире Бхактивинода Такура, установлен Нандишвар Махадев. То есть мой Гуру Махарадж Мадхва Госвами Махарадж установил Шив-мандир на входе в начале Майпура. Без Шивджи Такура мы слепы. Я видел, как Гуру Махарадж принимал Чаранамриту Садашива. Я тоже принимал. Но люди преданные говорят, не пейте, в ад пойдете. Это глупость, это неправильное понимание. Шанкар Бхагаван обладает такой глубокой любовью, что даже выпив яд не прошел внутрь Шивджи, он дошел лишь до его горла и остановился там, поскольку он не пустил его дальше, потому что в его сердце дальше находился Господь. И из-за этого яда Шивджи принял голубой цвет. Его кожа стала голубой. Так или иначе, все сотворено Кришной. Все, что не делается, все делается по распоряжению Кришны. Шанкар Бхагаван давал благословение определенным демонам, и благодаря этому разворачивались интереснейшие игры Господа. Итак, без плохого мы не поймем значение хорошего. И плохое необходимо. Большинство демонов поклоняются Шанкаре. Или Браме. Ведь для того, чтобы быть демоном в действительности, нужно какое-то поддержание его демоничности, поскольку можно быть сегодня демоном, а завтра стать вайшнавом. Как это было с Раваной? На самом деле Равана изначальный житель Вайкунтхи. Со своим братом он не зашел сюда, как прежде они были Джайвиджаем. Но если бы не было Раваны, как бы осуществились все эти интереснейшие игры? Если нет вора, нет смысла в существовании полицейского. Полицейские ходили бы, как обычные люди, им даже не нужно было бы оружие. Если бы не было преступников, не было бы смысла в судах, судьях, адвокатах. Так разнообразие необходимо.
необходимо плохое и хорошее. Итак, Шанкар исполняет обязанности, возложенные на него Шри Кришной. И он действует как полицейский, который присматривает за этим миром и, в конце концов, разрушает его. Это творение исходит от Бхагавана. Если тут присутствуют какие-то демоны, как Кали, к примеру, он сказал Бхагавану: «Я же твое творение, ты же меня создал, я же нахожусь в твоем творении». Да, я, может быть, такой грязный по природе, веду себя как негодяй, но я твое творение. И все ракшасы, все демоны, все они находятся в творении Господа. И таким образом он заботится даже о них. Как, когда у женщины рождается ребенок-инвалид, она выражает ему больше внимания, уделяет ему, потому что он знает, что он сам не может о себе позаботиться. Итак, Бхагаван через Шанкару, через Шивджи поддерживает своих всех живых существ, и в том числе демонов. Итак, Шанкар-татва очень сокровенно, удивительно, поразительно. Если вы осознаете Шанкар-татву, вы никогда не забудете о Господе. Если вы почитаете Бхагаватам, на каждом шагу упоминается Шанкар Бхагаван, то, как он дает наставление. Нараджи и Махарадж вновь и вновь дают наставление. Ачаран Нарады открыт, но Ачаран Шивджи, Шанкар Бхагавана, сокровенен. Что такое чистота в подлинном понимании этого слова? Это присутствие Господа в нашем сердце постоянно. Это чистота, это не значит принять омовение, постоянно принимать омовение и одевать чистые одежды. И такая чистота присуща Шанкар Бхагавану, подлинная чистота. Может быть, весь мир отбросит вас, но я приму вас как чистого, когда я увижу, что вы постоянно памятуете о Бхагаване. Аповитрова, чистота и и ее отсутствие зависит от одного — чистота и грязь. В какой бы ситуации вы ни находились, наличие чистоты зависит от одного обстоятельства. Помните ли вы о Господе или нет? Тот, кто о нем помнит, чист. Если вы постоянно по 5 раз на дню принимаете омовение, это еще не говорит о том, что вы чисты. Наш Рупа Госвамипад написал один замечательный киртан о Шанкар Бхагаване.
где упоминается Шанкар Бхагаван. Шанкар Бхагаван, Брахма, Бхагаван умышленно принимает три формы. Сейчас уже нет времени говорить об этом подробно. О Шанкар-таттве я не смог подробно рассказать, поскольку она очень и очень глубока. Нити-шастра говорит, если вы хотите найти драгоценность, нужно ли искать ее в испражнениях? Ее можно найти в испражнениях. Можно найти даже в испражнениях. Поскольку алмаз не оскверняется. Да, Шанкар Бхагаван живет в крематориях. Тем не менее, он всегда находится на Вайкунтхе. Где бы ни жил чистый преданный, это место превращается в Вайкунтху. Мы не имеем права говорить, что Шанкар Бхагаван нечист, что он грязный. Не поклонившись Шанкар Бхагавану, я даже не пью. Этому обучил меня Шрила, мой Гуру Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж. После Аника я каждый день поклоняюсь Шивджи. Я не пью и не ем до того, как не поклонюсь ему, потому что я знаю, без его милости я не обрету бхакти. В Хари Бхакти Вилас четко сказано, Шиваратри — очень важный день. Да, материалисты по-своему соблюдают его, следуют Шиваратри, как демоны. Но сегодня я очень рано встал и предложил воду божеству Шивджи, а затем только потом пошел давал харикатху. Нимнаганам ята ганга, деванам ачюто ята, вайшнаманам ята самбу, пурананам твидам бхагаватам. Яй Бхагаван, Шанкар Бхагаван, ки! Яй!